этом году мы проводим первое мероприятие в России Audi Quattro Cup, турнир по гольфу. И это только начало. Первая машина, которую я выбирала, мне очень важно было, чтобы она была, с одной стороны, седан, потому что мне не хотелось, чтобы у меня первая машина была внедорожник, потом я передвигаюсь по городу, но при этом мне важны были очень хорошие ходовые качества, и чтобы зимой в сугробах не застревать, чтобы не искать потом добрых людей, которые будут меня выталкивать. Поэтому сразу же меня привлек, конечно, привод Quattro. Вот, и первая моя машина была А4 Quattro, которая меня просто спасала. Моя любимая Audi стоит буквально у меня за спиной. Это Audi A7, которую я зову ракетой. Совершенно потрясающий автомобиль, дизайнерский автомобиль. Ну, на самом деле, автомобиль, который действительно не стыдно любить от всего сердца. Когда же еще презентовать модель кабриолет, как не лето? Впервые в Германии данный турнир проводился в 1991 году, 22 года. Этот турнир развивался и постоянно выходил на новый качественный уровень. И в этом году финал будет проходить в Лос-Анджелесе. Соответственно, победитель нашего турнира, сегодняшний победитель, их будет два, потому что турнир играется парами. Пара победителей поедет на международный финал в Лос-Анджелесе. Я доволен. Я доволен и игрой, и сегодняшним днем. И вообще я провел время потрясающе. Честно говоря, здесь потрясающий клуб, потрясающий турнир, потрясающая была атмосфера, команда хорошая, флайт был великолепный. Поэтому позитив, один позитив. Я люблю очень гольф. Отличный уровень, красивый ландшафт, которого с первого взгляда не видно. И, ну, как бы, на самом деле, очень здорово, супер.